Так, с ребятенки. Всем здорово еще раз. Давайте смотреть, что у нас тут происходит. Да. Димак финал, здесь контрол идет еще. Саби Бас, Ваня тут присутствует. Лайтвайт, Марбет, Миндель, Зер. Так, 3DB, Enigma. Так, Рева Никаракт. Смотрю, Рева Никаракт. Вот Рева, с кем он в одной сетке? С Лулу, с Люцифером, кстати, Рева тут. Так, я думаю, что за Люцифером надо прикрепиться. Сейчас смотреть все подряд. Коу Кожар, так, Фоллинджер. Браток с Рейвеном здесь игры. Браток с Коу, возможно, здесь будет, кстати говоря. Давайте-ка Люцифера найдем, может, не? А, у меня аккаунт левый сейчас, в смысле второй. Дайте-ка я перезайду тоже. Походу, раскладка. Не такая. А это кто у нас? Это Ревчик. Так, у меня же был Люцифер где-то. Насколько я помню. А я что-то его не вижу в итоге. Сейчас спросим. Так, Лавичан Руш поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: от меня не уйдешь, братюнь. Спасибо, Лавконраш. Что-то я не заметил, как это было-то вообще. А, это было 25 минут назад. Спасибо тебе большое. Да-да, я только сейчас заметил. Почему-то не было, короче, оповещения, либо я куда-то ушел. Спасибо за поддержку, короче. Так, ну давайте Ревчика посмотрим, что тут говорить-то еще. У Люцифера там пока не сильная сетка. Ну а дальше видно будет, что к чему.
А, было оповещение? Понял. Да, я просто сильно занят был. Ну что? Орёва против Никаракта, он же Ревчик, он же Револьверище. Бьется. Давайте смотреть игру, здесь все будут 3 решили стадии. Ну пусть будут все будут 3, какая разница. Так, у нас Троуч Ворон на мейне строится у Ревы ранее достаточно. Что он видел? А, он видит факту. Здесь гелики. И лаба под старпорт пошла. Все понял, ребята. Спасибо всем громадное за подержос. Подержос я ваш не забуду никогда. Гадом буду... Не забуду, ладно. В общем, смотрим отборочные, помните про отлоки, поддерживайте меня и мой канал, естественно. Но, как и вчера, здесь все до полуфиналов, то матч за третье. Может, я даже пораньше сегодня закончу, третье место, например, стримить не буду. Либо попрошу, чтобы одновременно пустили там полуфинал, не знаю, короче. Кстати, какая мне разница, я-то в любой момент могу закончить, а другим будет лучше для стрима, это как бы. Да, играет Рева, и если захватите не мой канал поддержать, а турнир, то поддерживайте-то основной турнир, потому что призовые... С отборочных все будет в основной переноситься, ребят. В любом случае. Таково решение. Так, Роучор не стал улынить Рева. Тут ранее Роучор он запилил, но решил, что рабочих надо сейчас сделать. Видимо, он увидел этот старпорт и поэтому подумал, что ну нафиг улынить. Ну, кстати, Никарак тут пока что достаточно четко отыгрывает, то есть даже с танками, и 2 армори делает он. Другое дело, что... А, газ 2 добавляют, тоже, кстати, тайминг норм сейчас. Начнет 4 газа таскать. Так, скан на мэн. Здесь шпилек такой приныкался, но его заметил тиран, кстати. Торок надо делать в итоге. На 3 точка сбора начинает добывать Рева 3. Сейчас несколько муталей будет. Инженерка, кстати, делается. Я надеюсь, с собаками без шансов что-либо сделать. Вообще без шансов. Чё, тиран? Без палева так туретки ставят вообще тиран. То есть просто все защищено. Почему-то по периметру вот так вот не напили здесь. И одну минеральную линию. Не пожалел. Просто вот 800 минералов. Фигакс, 2 цехи минус. Зато все надежно, все оборонено. Но, а толку-то от этого? Где Тор, например? А вот 3 цеха летит. Не, ну тут что-то прям он с туретками борщит, по-моему, уже. Еще 3, то есть 11 штук кустов туретки. Но на самом деле это по такой-то стороны правильно так туретки ставить. Но с другой стороны, коль уж столь много ставишь, можно 4 как расположить. 1, 2, 3, 4 как бы. И здесь просто одну вот здесь, то есть такой полный периметр. И по одной минеральной линии, если внутрь что-то прорвется, все как бы. Полетает Рева, сейчас он удивится. Здесь везде просто туритоны. Между 4 идеально прям залетел. Подумал, наверное, вот это, да? Вот это жесть. Ну, более-менее срок плюсик, как бы, и все здесь нормально.
Гидротены и Ванюшина. Фух. Все строится, все делается. Такое забегание роуча идет. Пофокусил рабочих, тут рефчток убил тиран. Ну, 7 убил этим забеганием, ну, остальные все отбиты, конечно, были. Кстати, вторая уже броня пошла, то есть у тирана 2-2 могло бы быть сейчас. Уже в заказе, спатаку заказал. Ну, реут только он, вообще раньше только делается. И первым грейд, в смысле ранжовая атака. Ловичан Руш поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Походу флешмоба не будет. Спасибо, Love and Rush. Это как помнишь, ну в этом фильме, не детское кино, где чел все время не в тему хлопал. Ну и ты почувствуешь момент, типа, а в конце он почувствовал, его опередили. Так и с флешмобом. Надо чувствовать, как будет флешмоб. А тут что-то пока пацаны не особо хотят поддерживать кого. Вялый я, вялая поддержка. Всегда так и бывает. Тут надо как-то это... Как-то надо, я не знаю, как сам даже. 133-44, слушайте, Никаракт это тут настроил. Лимит, вот ему бы четвертую цеху занять, в принципе. И все норм будет. Тиран, по-моему, мастер какой-то там был. Вот какой мастер, я хз. Кулси, ну правильно делаешь, к успеху идешь. Ну да, что бан на Старла не печально, но... Тут-то ты сам виноват, я же тебе говорил много раз. Я-то за тебя был все время, но ты, блин, не слушаешь дядю Коми. Ну, хоть рыбачок иногда читаешь, и то хорошо. Минус овер. Заезды гелик, лимиты равные почти у Ревы тут с оппонентом с его. Вторая атака делается. У тиран странно, какую-то вторую броню сделал, атака просто не заказалась тупую в итоге. Блин, вот то, что стационарно делать правильно. Я сейчас вас всех из чата пошлю, советчиков, ё-моё, по поводу канала там. Не надо так делать, Денис. Твиттер забанили, ты не придумывай. И он бы на турнирах неадекватно себя вел, хотя я тебе много раз говорил, что ну, в твиттерах пиши, что хочешь своих, а ну, на турнире веди нормально себя. Ну и так, на кону там, на стримах. Минус Рейвен, приятного мало, минус Викинг. А тут-то вот что делается у Ревы. Слушайте, пуш-то мощный какой-то пришел. Никарак-то это такой, я бы сказал, у тиран не собирается отлетать без шансов. Он тут еще и это. Приходит третью убивать. Чё... А, ну здесь Power of Hellbat не помогут. Там 4 пушки есть, поэтому. Груды полетели бомбить. Викингов нет вообще, вот что плохо, конечно. Скоро, кстати, брудов-то шатают. Муж вперед летит, скоро еле живых, стих 4 штуки.
Игры ты, Брудов 0-0, а у Торов 2-1, я уже об этом говорил как-то тут недавно. Ну все тут под зеленкой, вообще печаль, что-то все бежит, все отдается. Все в хлам сливается в итоге, да. Не хватило. А вот и 3-2 агрейда у Тирана подъехали. Да поздно, как здесь уже пятая база. Там четвертая пошла база. 3-2 уже грейдит. Сейчас 3-3 будет скоро. Ну, брудов много как-то. Что за темы с флешмобом? Да лавка нраш просто забайтить всех хочет на падежо с помеща. Ну никак не забайтить. Хрена тут факторок 8 штук. Поставлены вроде далеко друг от друга, но никто выйти не может. Здесь туретки, между ними вообще какая-то дичь. Во, нашелся проход. Будет все вот так вот объезжать вокруг, а этот фактор улетает вообще. Брудов у нас аж 9 штук. 5 торов явно мало, чтобы все отбить, тем более зелени здесь дофига, воздуха вообще нет. Гаганчик. Опа, пошел инвайт, спасибо, ончис. Так, ГЛХФ, Ревчик 1-0 ведет. Я стримлю эту часть сетки, Ревчик может вообще здесь попасть дальше на... Кого он тут попасть-то может? Ну, Люцифер он в перспективе может попасть. Так, секунду, сейчас я отвлекусь.
Ревчик по тимьюверу Близкон затащил. Нормально. Кстати, почему бы и нет? Хоть и задержка, но скилл-то высокий. Кто такой тут шастает? Зададим им жару! Пристройка завершена. Улучшение командного центра завершено. Так, факта одна, вторая факта и третья уже делает. Слушайте, необычный такой билд какой-то, лаба под факту. То есть, возможно, геликами напрягали эти какой-то. Но ревчик, скорость собак, ну, скорость овера, мы, ну, вы видите, тут все норм. Надо гелик циклонов, наверное, делать. Что тут еще делать? Так, рептумор куда-то мимо. Ну ставь где есть. Так ревчик ставь быстрее. Не ставит ревчик. Еще есть шанс успеть. Опа, успел. В чистом поле накакать ревчик здесь. Королевой своей, смотрите, уже и крипа не осталось. Оп, пропал. А здесь-то нет криптумор, это есть. Новенький. Хопа, и все сразу срастается обратно, блин. Халява, когда успеваешь на старых позициях поставить, конечно, крип. Здесь уже танки. Так, ну 1-1 грейдики заказаны. Эволюша, ой, инфестейшн гидроден у Ревы. Третью раскачал, 66 дронов, там 47 рабочих. Так, Рева понял, как тиран играет. Подосмелел тут немножечко, смотрю. А тут выход пошел. Ну давай, айперов, а почему нет-то? Почему нет? Здесь еще и хайва нет пока. Главное, на по дороге сюда не отдаться как-то вообще на муве. Ну, тиран, блин, ходит туда-сюда. Вот что он ходит туда-сюда? Ему быстрее надо идти, а он что-то тут не ходит. Танки бесиджа полный провал, я вам скажу. Только сейчас рассиджился тиран. Лево два танчика подрезал, ступил назад. Ну, все, что надо сейчас про это зергу раскайтить просто всю эту херень. Так, гидра бьется хорошо. Фаербулы на танке падают. Один ушел, второй еле живой.
Ну, кстати, тиран продолжает пушить, что самое удивительное. У него много боевого лимита эти. Нахрена вперед так циклоны-то едут, и танк вообще без сич же дерется. Рев в итоге с рабочими отбился. Стоял бы, вот кинул бы скан, чтоб крип вот здесь вот в этой области убить. Танк бы в сич же стоял, просто здесь багрил бы. Здание бил бы, отступал под танк, прирост бы ехал. Нет, что-то надо было снять все в итоге. В итоге все крипом залито, ну тут... Тут уже все плохо, конечно, у тирана теперь. Видите, я окошечко открою. Так, следуй за мной. Что-то, походу, кислорода маловато стало. Месторождение минералов выработано. ГГ, ребят, 2-0, Ревчик, ну ожидаемо, ожидаемо. Ну, тиран молодец, в первой игре особенно прям удивил, выход такой сделал. Не слабый. Саби Ваня там, Фрэн, так, браток убил. Что-то, короче, как-то долго все. Так, в ревот попадает дальше. А, Зиппер и Редмен там должны играть. Ну, все ясно, пока еще нету никого у него. Так, а Ваня с Саби начали играть, кстати. Дайте-ка к Фоллинджеру зайду. Вчера что-то пытался застримить. Ничего не застримил в итоге. Так, все, погнали, ребят.
Так, лавка Нраш, что за хрень, а мне что-то ничего не отображает. Мужик даже не говорит, что за фигня. Лавичан Руш поддержал ваш канал на 50 рублей. Спасибо, лавка Нраш. Опа, сюда пока в тупец попал. Отлично. Спасибо всем, ребят, за поддержос. Фоллинджер бьется против Протоса Астмакис. Не знаю, кто это такой. Но у него пилоны здесь откуда-то взялись. Зачем они здесь? А, это ж фаржа. Потонет, что ли? Вот это да. Ну, что-то как-то крайне неудачно это происходит. По-моему, это уже на ГГНчик очень сильно похоже, но еще, конечно, не факт. Заказывает газ и гейт. А здесь дрон едет. Можно, блин, было хату здесь Протсу напилить. Просто он на майне и задолбался, он ее убивать на самом деле. Собаки вперед бегут. Здесь и без хаты, на самом деле, смотрите, 6 собак. Да они сейчас добегут, ГГ будет, ребят. Сейчас окно прикрочу, тут холодно стало прям. Ну, как-то полегче воздух запустил сюда, как-то побольше, да? Свеженького. Свеженького. Воздушка. Фотонка. Поздно врать у них фотонка. Нужна вторая карта. 2.30 игра это длилась, в общем-то. Пробки выдвигают. Куда они выдвигают? Зачем? Собаки выгодно размениваются с пробочками. Оп, дамаженные подставились еще пробки. Жесть какая. 6 уже минус. Здесь тоже все пад. Еще линги вперед выдвигаться. А фотонки все еще нет, потому что нет пилона. А 4 собаки плюсом прибегают. Еще одну фоллинджер забрал. 10 еще скорость. Не, ну здесь все. За 2.30 не кончилось. Ну, за 3.30, я думаю, вполне реально может и кончиться эта игра. Еще две пробочки Фоллинджер заминусовал. Да, что-то печаль вообще сплошная здесь. Все, собаки на муве, уже еще пачка бежит. Спасибо всем за поддержос, ребят, большое. Лавка Нраш сегодня байтит, байтит, ничего не выходит. Пока что я по кассетку обновлю. Что у нас здесь есть интересного? Ну, что-то есть у нас интересно. Так, Зип-Зипер. Так, Рева там бьется, Люцифер, Сабсент. Ну, много результатов уже известны. А, Фоллинджер сейчас победит Асмакиса и будет с братком он биться, кстати. Вот, значит, сюда мы и будем продолжать сидеть, заходить. Ну, кстати, не понял вообще, у фотонки там далеко так на второй.
Так, опять тут какая-то движуха. Ну, короче, Асмакис какой-то слабенький игрок. Ну, Сюра, лига у них разная совершенно с Фолежем. Я извиняюсь, смотрел пока сетку и смотрел вообще уже на завтра, что будет. Сегодня это последнее, что я буду стримить. Там есть Варди Турик, конечно, но нет. Ответ мой нет, потому что хватит с меня. Надо режим какой-то более-менее адекватный делать. Вставать завтра днем. Завтра 15:00 в Варди Викли будет. Да, его я застримлю вообще. А дальше будет Фоллинджер против Братка. Вот это уже нечто интересное. Ну, все ясно, как бы. Пилончик падает. Делок не достроился. Кстати, ну второй зато сейчас достроится. Опа. Че Фоллинджер байтится-то? Взял звука, оставил. Догрыз бы уже сейчас точно. Тут можно все что угодно делать. Сгрызали эти, не сгрызали эти. То есть тут просто собак заказывай и все. Скорость есть лингом? А, скорости нет. Тут безгазовая все. Ну это печаль, конечно, да. Не догрызть пока никак. Аж целых три здесь зила-то построено. ГФР, здорово вообще. Здесь уже третья хат. Так, Evolution пошел. Два газа. Скорость линдом заказана. Лейер погнал. Ну, стенки, ну тут, наверное, уровень, я не знаю, тут есть ли золото вообще. Вот здесь включаю. Блин, АПМ 140, аж ничего себе. Тыкает, даже кнопки жмет. Рэнджоу играет на атаку, что-то Фоллинджер заказал, мув отменил, заново заказал, Рэнджоу играет, скорость роучим, что-то хер какую-то делать. Уже пора убить, прийти здесь, вообще ничего нет, чел не развивается, смотрите, у него 20 пробок, все. Вот о чем я всегда вам твержу, ребята, вот кто на таком уровне играет, не надо там, ну, спрашивать, что делать, чтобы там улучшить игру. Точнее, надо спрашивать, но в первую очередь рабочих надо строить, как бы. То есть, если такая херь происходит, то, ну, ничего не получится. Посмотрите один реплей, как нормальные люди играют, ну, то есть, про геймера, и увидите, как они строят, ну, вот, рабочих. И вам нужно то же самое делать. Для начала успевать потратить с одной базы ресурсы. С постоянным строительством рабочих. Потом с двух баз. То есть, если тренится, это быстро придет все, как бы. Че там Фоллинджер-то выходить-то будет? Да, пошел наконец вперед. Слава богу. Я уж думал, этого никогда не случится. Так это хата. Сентрик вот поехал. Куда они едут-то? Точка сбора какая-то, да, точка сбора. Куда она вообще стоит-то? Вон сюда, зачем? Хрен знает, зачем? Здесь стенки нет нигде вообще.
Запуск Falcon Heavy. Сварил, да, сварил. Извиняюсь. Не-не, лавка Раш, никаких там снотворных, ты чё? Нахрен, мне это надо? Так, а где браток вообще? Какой браток в своей игре, я чуть не понял. Так, ща я вернусь, ребят, погодите секундочку. Так, ревчик, думаете, по тимвьюеру? Ну, конечно, стадия такая, ну, что еще реву рано подключать, пока не сильные игроки. Но тут уровень был такой, прям что да, наверное, походу ты прав. Короче, сейчас я перекушу быстро и к вам вернусь. Ждем братка Фоллинджера, короче, мы.
готов. ТСМ готов. Командный центр улучшен. Так, все, я здесь, ребят. Смерть на пороге. ТСМ готов. Понял, Love Can Rush бывает, что? Если так дрянью, то да. А так-то лучше не стоит вообще. В общем, ребят, Глебчик просил меня постримить другой матч. Ну, я кушал, во-первых. Во-вторых, я уже обещал братка постримить. Да я в прошлой квали Фоллинджера хотел застримить, как бы. Но не получилось. Здесь, соответственно, Газбара, Крипер, ЦЦХ, Биогенез у нас первая карта была. Браточек против Фоллинджера. Вот. Ну и рипером понапрягал паштет. А в итоге-то, смотрите, роуч пуш идет плюс линги. Очень опасный пуш от Фоллинджера идет. Подходит к рампе. Вот ошибка. Ну где реведжеры-то? А чё реведжеров не морфил, спрашивается? Морфи, лагера-то. Бункер дал достроить. Короче, провал полный здесь у Фоллинджера. Нет, чтоб сейчас зайти нормально. Так. Ну все, бункер достроить дал, ГГ написал. Вот замор... 200 газа было на 3 реведжера. Иди вот здесь реведжеров морфани. 9 секунд, ё-моё. Зашел бункер, если строится, у тебя 3 реведжера. Профаерболил его, и все, там такая печаль начнется сразу. Проходит Фоллинджер. Внутрь печаль вообще. Здесь полная. На одном бункере, собственно, все и слил в итоге. Тут рипер работает, кстати. Собаки без скорости тоже провал полный был. Уже браток и бункера продают, кстати. Рипер еще 2 дрона минуснул при этом. Все, все, браток, контратак уже пошел. Видит, что скорость с лингом отсутствует. О-о-о, еще Фоллинджер всех собак просрал. Здесь нечем отбиваться. 2 королевы и 4 роуча в заказе. А здесь уже все приехало сюда. Циклончик чуть назад. Еще один Марик идет.
Короче, печалька, это полная дело. А, у братка уже и Steam есть, что ли, я чуть не понял. Да, у братка уже и Steam есть, выдает. Да, вообще ГГ-чик. Ну, либо ты, либо тебя, что тут, продавил бы тогда. Ну, скорость лингом, да, но реведжера надо было морфить. Но нельзя без реведжера пробивать такие рампы, как бы, ну, то есть, сам ты понимаешь, что там и рейндж, там и фаербол, а как ты роучами туда достанешь? Никак. Так, секундочку, сейчас я... Пока ход жду. Так, все, пошла игра, ребят, следующая. Вторая карта, ребят. Братюня Фоллинджер. Братюня прилетел, смотрел, что-то происходит, увидел роущий. А здесь-то прокси Хатен. Браток проверяет. Опа, вот она прокси Хата. Вот она родимая.
криво, кстати, у братка факта стоит. Она мешает свой же бункер чинить, на самом деле. Ей бы перелететь сейчас. Три Равагера у Фоллинджера есть. Куда Фоллинджер лезет, я еще не понял. Как у бога лезет-то. Пишем ГГ, как говорится, выходим. Скиллуха подъехала. Не, ну, главное заходит. Если заходишь, три фаербола кинул так в рабочих. Может быть и выиграешь тогда. Минус Фоллинджер, ребята. Чё-то я большего ожидал от него, ну. Не знаю, короче, как-то печаль какая-то. Опа, Коу Френда убил. Браток Коу у нас будет матч. Сюда-то я и ворвусь. Это какой у нас тур-то уже будет с Коу? А это 1/4 уже почти что за квоту, короче. А где Коу? Какую-то мутацию он там играл. Коу брифинги зачитывает новые. Так, 3DB Миндаля выиграл. Кстати, Light White Хуниган у него там полуфинал может попасть. Сверху Димаг идет. А чё в части сетки, где Димага вообще? Происходит вообще. Thank you.
Так. Так, короче, просто пацаны играют первый тур. Просто красавцы ему. Как так можно, я просто не знаю. Нахера делать Бо-3, блядь? Кто это придумал, блин? Я не знаю, если честно. Ну, это перебор, реально. Так, ребят, короче. Похоже, верхняя часть сетки будет идти реально долго. Там, блин, просто уже Ваня в 1/4, а... До него еще сейчас еще игру должны сыграть третью, Эшбрингер с Дима ЗБС, потом с контролом победили, потом с Димагой, и только потом с Ваней. Короче, походу я нижнюю часть сетки остримлю и сегодня закругляться буду, потому что это перебор какой-то уже реально. Что такое мутация? Мутация это, ну, вот совместное это прохождение, типа, как бы. Но это какие-то особые миссии, мутация, короче. Ну, то есть я даже не знаю, если честно, что там за прикол. Ну, говорят, прикольно, у меня нет времени особо играть в нее, просто вот в чем дело. Так, ну-ка, браток уже должны черкать зато. По ходу дела. Ну что, браток?
Так, привет, Крид. Не, ну если ты считаешь, что Эшбрингер и Дима The Best претендуют на квоты, ну можешь на меня в суд подать, конечно, но мне кажется, что не очень-то они на квоты претендуют. Что мы и увидим, собственно говоря, по их матчам дальше. Но в отборочных делать бот 3, чтобы вначале, чтобы потом задерживать сетку просто и на час и более, ну это, ну, не очень прикольно, как мне кажется. Если кто-то из них на квоту и претендует, то он и через бо 1 пройдет. Я лишь только к этому все говорил. Как-то так. То есть играет... Вот только подумать, вот, смотрите, просто я вам покажу сетку, как бы, ну, чтобы вы понимали, о чем речь. Вот, Ваня находится здесь, а до него, вот, играет Эшбрингер и Дима The Best. Им надо сейчас доиграть здесь, сыграть с контролом Бо-3, сыграть с Димагой Бо-3, сыграть с Ваней Бо-3, как бы. Вот, а сейчас вот эти пацаны доиграют, с 3DB сыграют, и здесь уже еще один чел будет, как бы. То есть это, ну, как мне кажется, странно, мягко говоря, что так идет. Ну, либо давать им нафиг. А за что им техлу задавать? Может, они там 40 минут катку одну играют. Я хз, тут не за что техлу сдавать. Коу против братка смотрим, короче. Мага уже подгорает, ну так и я его понимаю. Пришел адепт Ку, браток пытался его поймать, но ушел пешочком адепт, так Марик, сука. А, адепт быстрее ходит, короче. Я и говорю, там почти все был один. СМ готов. Пристройка готова. Долго все как-то. Слушайте, набомбили тут адепты, братку, в итоге Коу. Сколько подрезал? Ну, больше 5 рабочих подрезал. А сколько потерял? 2 адепта. Все, ничего себе, Коу, блин. Диверсант просто еще тот. Здесь КСМ-ку братку уничтожает. Кстати, робов Твайлайт и Блинк уже делается. Человек там отписал в телеграме, надо было ответить.
И что такое это прокси здесь укол? Что же это? О, вот это интересно. Ну, кстати, очень поздний какой-то Даркшайн. Но с другой стороны, и целику, видимо, не ставит, как бы, получается, дарками убить. Это, смотрите, какой интересный, элегантный билд. Вот, обсервер разложен на 25% больше виджена дает. Очень широкое у него поле. То есть сейчас просто сюда будет на варп сталкеров сделан. Еще одна сентря сюда сядет. Гейты в перспективе, в ближайшей перспективе, причем откроются вот эти. Ну, нужно где-то штук хотя бы 10 сталкеров, чтобы заблинкнуться, заблочить рампу и начать напрягать. Тогда, собственно говоря, и дарки могут зарешать, потому что, ну... Потому что тогда они прям на мейн смогут варпиться. Лави 2013 поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает, как всегда, спасибо за стримы. Понял. Спасибо, Вэй, спасибо. Братюнь, братка, кул. Смотрим, интересно. Опа, филдос пошел, как кривой филдос. Ну, вот это косяк, ребят. То есть, это в два раза более хреновая эффективность, чем могла бы быть. Одним филдом здесь надо блочить. Опять два, ёп. Неужели один филд ровно вот сюда не поставить, кул? Так. Артанис на брифинге совсем не одобрит такие филды. Надо же понимать это. Но этого более чем достаточно, чтобы победить, оказалось, братка, ребят. Потому что никаких забеганий здесь нет. База цела и... Тут все прекрасно. Тут все прекрасно. Филд еще один есть. Марики просто не в бою не могут участвовать. Пора ГГНчик писать Паше. Слушайте, как-то без Даркшайна обошлось здесь на самом деле все, я смотрю. Паш еще пытается что-то сделать, конечно. На стиме марики врываются, но что, сентрей убили, а дальше-то что? Так, минус. Что там за клипы вы кидаете? С трудовым подвигом готово. СМ готов. Давай, удиви меня. Ты просил, не даю модерку. Так ты ж сам сказал, как-то на стриме там всех перебанил, вообще никого не осталось. А такой-то хоккей нам не нужен, как бы. Мне потом и скажут, что адепты ревчика беспределят. Хотя не ревчика, но скажут, квейкер какой-то появился тут. Всех нас выпилил. И так ты там выпиливаешь всех, например, поутру, как сегодня. Ну там, правда, додиков пару, как бы я их давно знаю. Вот, ну да ладно. Кошечка минус. Чё, кого боится-то? Агрессивный блинк сделал. Тут сразу полмариков поляжет. Они вокруг блинканулись бы вообще. Я не знаю, что Коу думает, но браток уже не молод, понимаешь? Слух уже не тот, писка овса не услышал. Да и поверь мне, ну, нормальный кат-то там особо овсов не слушаешь. Хотя бывает, что и слушаешь. Вот сейчас Коу что делает вообще? Нет бы с мариками размениваться, но да похер, самая важная цель сейчас-то на этой минуте. Еще два сталкерков. Здесь третий Нексус. Опа, еще одна призма на мейне, кстати, чарж делается. Не знаю, что Коу не добьет. Сталкеров больше, чем мариков, по-моему. Сколько здесь? 18 мариков меньше. Чего бояться-то здесь вообще? Делки на мейне. Прокси вообще Никсуса от Коу. Пошли, браток, пролетать. Здесь уже Никсуса какие-то. Ну это все в стиле Коу. И вот это в стиле Кука, а уже в лоб пора убить, а он этот что-то разваливает, короче. Что-то туда-сюда разводит, летает вообще. Только полетот он. Политота понятие растяжимое. Вдруг ты меня выпилишь самого ему отсюда.
Я откуда знаю. Так, ЦЦФ, узелки тут рубят. Браток поднимает. Не, браток не Тарсон. Браток это браток. Даже в 2К18. Не дает ЦЦФ убить. 54 стопа по лимиту. Сюда уже рабочие поехали. Удает. Браток уже давно... Браток видел этот Нексус сначала вообще, с самого типа скрытный. Просто ему убить его реально нечем, как бы, ну, то есть... Но Коу не хочет братка при этом всем дожимать тупо. ГГ, браток пишет. А, там уже я сыграл с контролем Эшбрингер, и как-то он потом оппонент, что ли, обнаружился. Я вообще не понял, как это возможно вообще, я что-то не понял. Так, инвайтит братюня, захожу сюда. Так, вы его в падежос добавили. Ребят, помните про отблоки, поддерживайте меня и мой канал обязательно. Всем спасибо, кто так делает. Смотрим братка против Коу, у нас матч сейчас. И по этой части сетки дальше пойдем, я думаю, потому что другая часть сетки что-то там отстает, причем значительно. Я вам должен сказать, ну... Там каким-то образом... Успел Эшбрингер сыграть с контролем, победить его. Но потом предыдущий тур они начали играть. Но это чисто ССНГ ему. Но у нас на самом деле все по-доброму. Просто, ну, пацаны не доиграли. Так, у 1-0, смотрим дальше. Элегантный какой-то билд пошел уже, ребят. Похоже, супер ранний Старгейт отсюда, или два роба, может, от кого-то в стиле того же Соса, как недавно он делал. Пилю рекламу. Командный центр улучшен. Прочь с дороги! СМ готов! Готов. Вооружен и опасен.
готов. Командный центр улучшен. СМ готов. Так, ну что, ну давайте-ка в исполнении Ку, мне прям интересно, он вроде как такой игрок элегантный, любит он такие всякие вещи исполнять, а вот получится или нет, вопрос хороший. Необычная какая-то грелка прям у него, перенье заднее какое-то гигантское. Так, туреточку братюня ставит. Без туретки, кстати, тяжко грелку будет отбивать. Очень тяжко, я вам скажу. Где бусты в нее? А, бустов нет. Один сталкер дома на всякий случай оставлен. Слушайте, ну Коу сейчас так затянет, здесь туреток, браток, напилит. А с батарейки батарейками, но туретки не прощают такую тему, ребят. Все, две туретки есть, а дальше-то что теперь делать, я даже не знаю. Ну, посмотрим как. Красавец, Паша. Может быть, уже руки не те, уже браток там в Красном Селе с другими братками лепится. Руки подвыбил все костяхи, короче, пальцы уже деревянные, там, понятное дело, надо позиции держать свои, бизнес. Бизнес из бизнес, понимаете, капитализм. Но мозг-то работает, туреткам рейндж 8 рунжа. Посмотрите, она лепит с какого рунжа. Но Коу выбил чертов бункер, и видите, чуть-чуть туреточку начал выбивать. Одна туретка упала, на сзади туретку напилить еще вообще. ККРУ, ХЗ. Если успею, застримлю, не успею, не застримлю, короче. Пока непонятно вообще. Я не знаю, что там реклама, ребят. Лид Бикон пошел. Реклама сейчас начисляется. Надо пилить рекламу, денежку надо зарабатывать. Февраль месяц короткий. Стримов немного. Поддержки немного. Хочется по мекап запилить в конце, а не на что как бы. Пока что. Так, попытку убить Марик. Еще один бункер пад. Слушайте, Ку медленно, но верно продавливает. Может, ошибка с Тим-то не делать было вообще. Так, ну сталкер такой, а что тут грелки-то висят, что-то не понимаю вообще. Да я не знаю, не, браток-то, ну то есть ты так пишешь, будто это 2011 год, и браток там всех шатает. Браток бы на активе был 2 года, а Коу не был. Если братюня доживет до, соответственно, Стима, я думаю, ему проще, значит, вот первые два медивака еще, или два викинга, кстати, грелок катить под туреточками здесь. Темпесты уже, у Коу понимают, что надо... Вот реально, здесь не темпесты нужны. Здесь надо было, на самом деле, делать просто грелок по КДшечке и сделать им плюс один, вот мое мнение, как бы. И в определенный момент наломиться, то есть, если бы Коу, понимаете, у него 3, потом бы было бы 4, 5. Вот он бы просто пролетал сюда до того, как у Мариков щиты были Steam. И просто вот они в этой проходе кривом идут, прикиньте, 5 грелок с плюс один. Они бы так там нажигали, одну назад, одну сюда, как бы. Просто слишком много, конечно, батарейки вложено здесь. Ну вот под батарейки лучше братку не лезть здесь. Прикиньте, сколько они зарегенят просто хп. Это 8 батареек. Каждая по 300 может полей зарегенить. Занимательная математика почти как у Алекса 007. Это 2К400 просто жить не может восстановиться. Темпест бомбардирует здесь. Второй строится. Красивый, кстати, скин на Темпеста прям такой. Беленький. Мне нравится лично.
Викинги. Четыре викинга уже. Ну тут, блин, под батарейкой не, они не выпили в темпе, понимаете? Здесь надо, я не знаю, такой ДПС, чтобы заходил. Браток идет вперед. Марик идут вперед. Куда браток идет-то? Тут сто... Че браток делает-то? Просто можно было простимиться вот этих всех сталкеров, еще в хлам разворотить сейчас. Братук вот и бежит на муве, все сливает. Медиваков не подстроил, здесь они нужны очень сильно, на самом деле, эти медиваки. Здорово, Ваня, да, Коу тут вообще норм. Что-то Коу вообще офигевает. Смотрите, потери. 4 юнита на 61. 4, Карл. 2 зелка. Сталкер, Сентля, убито 38 мяликов. 13 КСМ-ок, 2 минки, короче. Ну здесь, брат, вот сейчас, братку, 2 медивака, куда он шел на муви? Просто простимился и в сталкеров, а клик в пол просто пилишь, и все, нормально бы было. Так, минки по зелкам, криво минки, кстати, атакуют. Так, грелки пытаются шатать бункера. Бункера живут, грелки все минус. Похоже на 1-1, это, кстати, очень-очень сильно, если честно. Не хватило здесь батареек, а один темпест вообще здесь всех не отобьет уже, естественно. Минус темпест. Стимится братюни еще раз. Пора ГГНчик писать. Темпест еще один вышел. Надо взлететь и с трепкам нагнать этого крейсера протсовского. ГГ кого пишет. Несмотря на все ошибки свои, браток, благодаря двум базам макро отбился. Молодец, Паша. Нужна третья карта решающая. Так, далее это что у нас тут вообще творится? Чё, кого полез, я только единственное, я не понял. Стоял бы на рампе вообще, да стоял бы. Строй темпеста в грелке, там, да, варпа делай. Куда полез, хер его знает вообще. Под батарейками стой, да стой себе спокойно. За просто грелок по периметру расплетил там сверху, чтобы не уйти. Ну, хотя там викинги могли бы срезать их с другой стороны. Третья карта. Затон. Называется она, эта карта. Здоров всем еще раз, ребят. Отборочные номер 2 Старлайна. Честно говоря, я думал, сегодня, может, их не буду стримить. Потом думал, ладно, что-то как-то вяленький день. Надо застримить хоть Старлайна отборки. Вот. Ну, поэтому, ребят, естественно, блоки поддерживайте. Премы там и все дела. Сейчас сетку я гляну. Только сейчас, секундочку. Что у нас там творится? Так, Димаг с Эшбрингером играют. Ваня ждет. 3DB ждет Холи Нигана против Лайтвейта. Рева Зипзипера уделал 2-0. И Рева будет биться с Люцифером Лулу победителем. Кстати, ну и по Коу браток победитель с победителем Ревы, победителя Лулу Люцифера. А, о, Лулу отлетел 1-2, кстати, Рева Лулу будет. Ну,
Не успеваю туда попасть. Ладно, может успею даже. Похоже, немножечко. Пилон Гигаснекс, кибернетичка, уху. Кланвари, что-то там браток, помню, зашатал всех. Ну, а кто-то его тормознул, я уже не помню. Ваня, по-моему, его тормознул. Или нет? Кто-то тормознул братка, короче. Он там трёх выиграл. А тормознулся на кассе. Я уж что-то подзабыл, как там было, если честно. Он, помнишь, браток повыигрывал. Пол точно он не сливал, по-моему. Слил он Ване. Ну что ты там? Ходит Чарлик, печалится. Чарлик, печалик. Так, батареечка на второй. Пилон Гейдосник с кибернетичка в Старгейт. У братка, соответственно. Но это газ-барак был не в Рипера, в Марика, в ЦЦ-ху. Факторку в Старпорт, дроп минок, походу, будет. Без этой инженерки, без всего. Ну, минка в минеральной линии зато будет тут хорошо закопана. Там не брать, у нее пробирает. Хорошо, здесь минка вкопана, особенно когда рабочий над ней стоит. То есть ее не видно будет просто. Так, СМ, кстати, поехала. Должен был Оракула, браток, заметить. На мэне есть что-нибудь? Где эта минка, кстати, нахуй? А вот она за ЦЦ-хой. Все в порядке. Залетает ку. Опа! Понял, что там миныч. Слушайте, ку-то, блин. Глазастый у нас. Ай, ну... Глазастый, да не очень. То есть он случайно облетел эту позицию. В итоге минка минуснула. Все здесь. Здесь минка перекопал. Срёку... Обрезал 6 КСМок, часть Оракулом, часть Адептами здесь. Два Марика, две Минки от братка сразу же в ответку полетели. Ну, вот инженерку надо играть, вот, как только такая херь начинается, надо туретки сразу ставить. Есть у нас третий Нексус, Кулмак, 27-43, по рабочим это печально для, честно говоря, Кул-то как-то, у братка точнее выглядит. О, здесь потом, короче, печаль. Без потерь, браток. Точнее, ху убивает здесь братку этот дроп. Но просто в упор не хочет видеть медивак. Посмотрите, такое перемирие, короче. Ну, браток, не будь дураком. Опа! Я, говорит, убегу. Кого, говорит, не убежишь. Я тебе тоже здесь по контролю маленечко того. Индивак все-таки сбил. Попытка не пытка. Браток правильно сделал. Друг бы кого не доконтролил и улетел бы. Тогда он, но не улетел в итоге. 2-4-10 по боевому. Надо, Паша, как-то вот тайминг стима щитов отыгрывать здесь. Я не знаю, как правда. Не глазастый слепой лакирок. Ну, это такой чисто лак на скиле, я бы сказал. Скилловой лак, понимаешь? Всякое бывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Обработка завершена. Имба какая-то, как по мне. Улучшение завершено. Кому навешать? Бегом! Близится освобождение. ТСМ готов. Кто на новенького? К бою готово. Пристройка завершена. Так, приходит братюня, ребят, отписался, там, извиняюсь, Изарду. Непонятная ситуация там. О, Феникс залетает по братку, что ж он его не отфокусил-то, ну все равно здесь... Как минки зарешали, жесть, что ж он его не фокуснул-то, Феникса все демеджено, медивак один вылечить не может. Все, 57-27 по лимиту, вот вам вы говорите. Браток прессует, и очень сильно он прессует здесь. Ну, давар пуху, хороший какой давар пуху. 8 гитов, медиваки кончились, что-то... А, не, вот один остался, все-таки медивак. Минка делает залп, еще один стимпак, тут зилков прям много варпится, конечно. Ну, вынужден... Так, браток, вот сейчас только заказ... Слушайте, на соплях просто, на соплях. Куда куб под либератор лезет? Не стой под стрелой, написано на кране. Под либератором ничего не написано. Но только дурачок туда полезет-то, ё-моё. Ладно, гоню я. Чё, дурачок? О, решил, что сейчас архоны все убьют. Архоны не убили, браток вообще без медиваков здесь прессует. Тут сейчас два новых подлетело. И у кого катастрофический лимит не хватает. Гейтов аж 10, а юнитов не, ну, не смог наварпать, чтобы отбиться вовремя. В итоге тайминг-то заходит здесь, ребятки, от братюни, и похоже, что он за коту будет биться далее. Марики прошли внутрь, укол 3-2 делается, 3-2 делается, жесть вообще какая-то. И все прекрасно. А, здесь контррыв идет, смотрите-ка, откуда. А что это контррыв должен сделать, я не понимаю. Архоны прям здесь сливаются, укол забил на дом, кинул дом, ё-моё. Предал родину, полетел наказывать, вообще ослушался приказа. На брифинге предъявят ему просто, куда ты улетел-то? А здесь-то кто? А смысл туда был варпить, если дома не отбился? Я что-то не понимаю вообще. Выдает. Ну тут надо репку разбирать, конечно, я сам половину моментов упустил, потому что больше что-то ору, чем разбираюсь в игре. Я сижу здесь реально как бы. Но я думаю, все, всем нравится, все норм. Вот. Так, Димаш Гинс там ожидает против Вани матча. Рево Люцифер. Начали они играть вообще? Где Рево? Где вообще? Кто у нас?
Так, давайте к Диме заскочим. Чтоб время не терять, просто мы как бы сюда врываемся. Реву уже начали, очевидно, да, как бы я их не вижу на канале, поэтому... Удачно, Лавкан Раш, выспаться, хорошо, точнее выспаться, удачи там завтра. Спасибо за поддержку, ребят, пилю рекламу, помните про блог и поддерживайте меня и мой канал по возможности. Вот. Мы смотрим вторые отборочные на Starline. Часть сетки к братку чуточку позже вернемся. Ну, вчера Димага от Басса-то отлетел в матче, кстати говоря, в полуфинальном за Коту. А, нет, он в матче за третье место от Басса-то отлетел, а в полуфинальном от кого он отлетел? Я что-то уже позабыл, от кого он там... А, от Неразима он за Коту, по-моему, отлетел. Все, браток в полуфинале ждет, Димага Ваня, четвертьфинал. Сегодня Бассет не так успешно выступает. А, погодите. Бассет же прошел все уже. Куда он выступает? Бассет уже не уступает. Бассет уже в финальном турнире, чем его и поздравляю. А вот Диме с братком надо постараться, но еще впереди отборочные. Еще помимо этих два отборочных тура будет, еще три квота будет вообще. Так, у Вани Беллингнес третья хата, кусает Димаги, сам третья. Вейв, браток был инактивом. Не сейчас, он уже больше года, наверное, играет, как бы, вот. Ну, где-то года с 14-го, наверное, или даже раньше, до года 16-го, или даже 17-го. Алекс, подчеркивание, Диспару подписался. Спасибо, на премиум. Спасибо, Алекс Диспару, тебе большое спасибо всем, ребят. Я говорил об этом. То есть, если бы он просто как бла не останавливался, тренер... Да и Димага, все были инактив касс, все они были, вот парадокс, да, как бы, они все в какой-то момент забили, а потом в StarCraft вернулись. StarCraft это тоже тяжело бросить, как бы, вот. А если все продолжали трениться, вот, как бы, вообще не останавливались, да, во все части. Просто ход в какой-то момент провальный был, все эти свармхосты, всем приуныло это все, как бы, вот. Ну и возраст, как бы.
Если бы не останавливались, я думаю, уровень другой был. СНГ был, и молодежь бы тоже сильнее было. Теперь просто с нуля наверстывается все опять, как бы, то есть. Пока, ну, наберут уровень, пройдет время. Так. Ваня пытается Димагу подпрессовать. Здесь криптумор сейчас будет уже королева. Легко будет между базами передвигаться. Димага еще собак там на мую сливает. Не надо так делать. Овер сбил Димага Ваня. А у Вани уже какие-то там роуч ворона заказаны. Кстати, Ваня просто Димаге третью пытается зафокусить. Дима царь. Два трансьюза крутейших. И 10 дронов, кстати. То есть Димага решил, что макро сейчас изич потащит. Ну, посмотрим. Погодите-ка. Ругайте меня, ребята. Я проморгал, как Ваня сейчас хату эту сгрыз. Походу, он бейнами да взорвал ее, потому что собак я особо чуть не наблюдал. Вот, и роучи вперед идут, а у Димаги что? У Димаги панически строятся плетки. Сейчас ему нечем встретить этот выход. Так, бейнов парочку Ваня еще делал. Димаги 9 рачей. Слушайте, не продавить здесь Ваня будет на 2 плетки. Что-то он долго тянет вообще здесь. Собаки, конечно, дотекают, и новый роуч. Атака уже пошла. Ну, куда плетки ему дал тогда строиться, Ванич? Ну, дает. Ну, кстати, плюс один у Вани заказ, ну, поздний. Ну, вот у тебя третья. Куда ты прешь-то вообще? У Димаги две. Зачем лезть на него, не понимаю я вообще. Ваня принял единственное правильное решение, как по мне, отступить назад сейчас. Ну, Димага плюс 2 заказывает, третью восстанавливает. Но у Вани на 10 дронов как бы больше. Сейчас уже больше, чем на 10. На 12 уже больше. Димага, конечно, тут контрроли какие-то делает. Не понятно, что он сгрызает, не сгрызает. Так, вы меня, кстати, в курсе держите. За сетки следите, как там... Рева с Люцифером сыграет, гамач с братком будет, надо будет, ну, подзастримить, кто там, не знаю, будет играть. Ну, Люцифер в прошлый раз Реву, помню, убил, как когда-то, может, не на этих отборочных, я помню, что он выигрывал как-то, ну, вот, недавно. В центре движуха пошла. У Вани плюс 2 не заказано. Это, конечно, очень плохо, то что у него плюс 2 не заказано. В центре, конечно, Димагу победил. Здесь скорость еще не готова. Надо заказывать плюс 2. У рабочих, тем не менее, больше. Опа. У Вани гидра, что ли, будет? Где тут? А, о, гидроден есть, да? Смотрите-ка, раньше гидре пошел. Димаги там много роучей пилятся. Плюс 2 отсутствие. Это ошибка, конечно, вообще. Так, у Димаги после плюс 2 сразу же броня, кстати, пошла. Ну, у Роуча Рэва же, кстати, больше боевого, чем у Вани. Причем на 15-ку. Но у Вани гидра есть в миксе, а у Димаги нет гидры, кстати. Ну, и у Вани все больше и больше гидры. Гидра Роуча сильнее Роуча Рэва, я считаю. Но если хоть отчасти фаерболов уворачиваться, а не все ловить, допустим. Приходит Димага, Ваня...
Ужасно, гидралиски стоят. Как их Ваня умудрился так поставить? Они впереди армии все были вообще. Сливаются нафиг вообще. Жесть какая-то творится. Разруливает тут все Димос. 103-400. Ну что-то отступил. А, ну перегруппировался. Слушайте, ну Ваня еще не отлетел, конечно. Но что-то 22 лимита. Проседание уже такое. Гидры очень много, но она не прикрыта роучами практически. Остается здесь. Ну как она больно пуляет вообще. Я не знаю, зачем Ваня вперед вылезает, если ему плюс 2 здесь очень сильно не хватает апгрейда. Вот 10 секунд до грейда. У нас нет, кстати, этого интерфейса. Я смотрю геймхартовскую. Слушайте, Ваня отковырялся здесь. Сейчас еще гидре скорость будет. Все, скорость готова. Грейд второй на атаку тоже готов. Что-то какая-то дичь творится. Ваня зашатал здесь все. И все по лимиту в плюсе. Гидра зарешала. Оказалось, все, Димага здесь задавил. А, здесь еще и четвертая есть. Ну, у Димы тоже четвертая есть. Так, ну, у Димаги броня подъехала. То есть у него 2-1, но у Вани тоже броня заказана вообще. Так, что здесь-то творится? Димаг давить продолжает. Чё-то Димаг не хочет с роучера уже съезжать упорно. Я чуть не пойму, почему вообще не хочет ему съезжать. Лезет. Здесь гидра ДПСит просто люто вообще. Ничего не сделать нафиг. Скопил бы то побольше, может, что-то свич вашу делал. Ваня там люркер Дэн уже скоро будет готов. То есть уже скоро можно будет, блин... Люры добавлять, а это вообще для Димаги катастрофа будет. И, кстати, крип друг напротив друга практически, смотрите, то есть друг с другом соединились фактически. Так, Велоцираптор, это ж Люцифер канал, я вижу, а он стримит вообще сегодня или нет? Матонов тут Димага убивает, блин. Люркеров 7 уже у Вани. О, это жёстенько. Это жёстенько, очень жёстенько. Люркеры вперед идут. Кстати, какой-то скин необычный прям мне. Даже не рассмотреть их, как они шевелятся. Мне надо отдохнуть от монитора, походу я уже очень устал. Так, здесь бы Ваня люркеров пару дом на обороне бы сделать бы, да. О, какой сплэш, уже сейчас залетать. Вы видите, что два люркера делают. Это вот реально была в статистиках в карике. Сколько дэмэджа сейчас просто зашло от двух люркеров. Посмотрите, что тут творится. Там нереальный дэмэдж просто залетел. Люра назад возвращается, Ваня в атаке только роучера уже поставляет. Может это быть ошибкой, потому что сейчас он люру на муве сольет просто, и беда будет тогда. Чё, Димага просел по лимиту, здесь прирост выходит под превосходящую армию оппонента. Ну а здесь не хватает тоже вообще. Так, Ревчик играет. Так, прыгаем во вторую игру. Поли Ниган, смотрю, далеко прям прошел.
До 1/4 будет сверху биться, да? Браток ждет реву Люцифера. Ну что, вторая карта. Демага против Вани. Если Демага сольет, то тогда за квоту он не будет биться, соответственно. Так, и Димага пул первый безгазовый, кстати, играет. А Ваня что, то же самое абсолютно. Димага в улын пошел, ребята, с другого... нет. А у Вани-то тоже линги. Ё-моё, это победа Вани, ребят. Это автопобеда, почему? Потому что билд один в один, а Ваня боль дольше добывает, ребят. Вот они, дроны приехали. Все, Вань, надо уходить, дронов своих брать просто, и все, по-моему. Димага тут прибегает. Ё-мо, там плетка у Вани пошла. Димаг тоже плетку будет пилить, или что он там, Димаг, собирается пилить-то? Раз, два, да, две плетки ставят. Ну, собаки дотекают. Нужно ли Ване пассивно вот на это реагировать? Не, вот смотрю так. Может, лучше подраться? Да, дроны и линги плюс королева. Это ГГ 2-0, ё-моё. Ваня побеждает. К сожалению. Рева 2-0. Рева браток будет матч. Это прямо огневой какой-то матчик, я вам скажу. Ждем ГГ-нчика. Дима, жаль. В Димаге будет шанс следующий. Куря. Это прямо мне напоминает браток Рева, это Back to 2012. Какой-то, я не знаю. Так. Thank you.
Ну что, браточек Рева здесь у нас. Я говорю, к сожалению, для тех, кто Димагу поддерживает, Ваня, конечно же, достоин прохода. Там Ваня 3D без ВЗ, скорее всего, будет у нас, получается. Сверх. Хотя не факт, может, хулиниган вообще всех сегодня решил зашатать, я даже не знаю. Рекламу пилю, ребят. Помните про адлоки, отключайте, подписывайтесь на премиум. Всем, кто так делает, спасибо большое. Вот. Всем очень благодарен. Название стрима сюда запиливаю. Твичи, ютубы все включены, помните об этом. Сетку, ребят, всегда на Good Games брать, смотрите, вижу я ютуб, вы там смотрите. Все, хост создан, отлично. Все, поехала игра. Насчет Hellraiser, кстати, хороший вопрос, почему он не играет. Может, он уверен, что он придет, но любые всех убьет. Я бы так уверен прям не был, на самом деле. Может, какие-то там у него, не знаю, в чем там прикол. Хотелось бы увидеть здесь. Лично мне.
Ну что же, браток против Ревы, на самом деле. Пора бы комментировать. Первая карта Затон, это матч уже за квоту, то есть полуфинал. Матч за третье место сегодня, скорее всего, я стримить не буду, потому что времени нет. Даже не знаю про второй полуфинал, я хочу отдохнуть. Мне уже от монитора глаза устали, признаться честно. Надо отдыхать немножечко. Вот, тем более завтра будет днем стримец, в Арди Викли мы посмотрим. Пристройка готова. Во сколько это? А, погодите. В Арди Викли не завтра, я вам наврал, завтра вообще ни хрена нет. В Арди Викли в пятницу будет. 15.00, такие дела. Еще, ладно, разберемся, что там завтра будет. Я пока вообще не знаю, чего там. В субботу, кстати, мне Паша, браток, скинул турнир. Я так понимаю, он организует его с кем-то там. Вот, скину вам сейчас ссылку на регистрацию. Можете поддерживать его. Вот он, Петыч, я вижу, выделил. Суть турнира в том, что игроки будут играть расы оппонента. То есть, допустим, если браток с Ревой играет на его турнире, то браток с Зергом, а Рева Тером будет играть. Вот такой вот расклад там, соответственно, будет. Ссылочку я вам сейчас скину, когда, ну, там, сейчас засеку, секунд 15 прошло, но... 4.40 где-нибудь вам закину ее я. И вы тогда поймете, в чем там дело. Задержка 12 секунд. Помните об этом? Неплохо, братюня прорывает с 4 геликами. На мы как же вовремя собаки вышли. Пока только 2 дрона потеряно у Ревы. Ну, хорошо принял, 3 дрона потерял и убил все вообще. Давайте потери откроем. Браток значительно больше потерял. И третья хата ставится, и броник еще делается, и скорость овером делается. Слушайте, разведывает все, револьверчик видит, что нету лаба на бараке, понимает, что мех, видимо, будет здесь, и это хорошо. Вот ссылку закинул, на YouTube сейчас тоже закину. И это действительно какой-то мех будет вообще. Так что сможете этот братюни турик поддерживать. Самое главное, регистрируйтесь. Я думаю, будет весело. Это будет субботу. Но я про субботу пока ничего не знаю. Может быть, какой-то из выходных дней я отдых возьму. Но на самом деле я буду стримить, потому что дней в феврале мало. Вот. И да, ну, поддержоса мало. Хочется в конце февраля, начале марта там турик какой-то запилить. Как бы. Вот, помимо Старлайна будет. Посмотрим. То есть, надо побольше стримить. Так. Не, Аверс, не успеем тебя застримить. Я потому что, ну, здесь до конца даже не буду стримить. В общем, так, ранжовый грейд. На атак пошел у Рева, дронов он строит. Третий уже раскачал, Роуч Ворон доделывает. Похоже, здесь Роуч. Так, Либератор прям наглый, кстати, прилетает, обратите внимание. Рева, Рева, реагируешь, что ж ты делаешь? Ай-яй-яй, неприятность-то какая? Корочка перекапывается, браток убирает, улетает. На ровном месте здесь какой-то шаталити происходит. Кстати, еще по боевому лимиту 22 собаки. Вот 7 роу сейчас Рев закат. Саплай блок отхватил, скан минус весь крип здесь пошел.
6 геликов, 4 циклона, а собаками-то это точно не отбить. Нужно роучи ждать, без роучи вообще нечего ловить здесь. Так, приходит браток, что хилбаты вперед, ё-моё. 10 роучи, это, блин, я не знаю, как отбиться. Очень опасная ситуация, на самом деле, складывается. Ступает Борьева. Ну, один циклон живет. Как он поливает здесь? 5 юнитов убито. 6 юнитов убито. Но роучи много выходит. Здесь либератор залетал. 10 дронов, кстати. Кто это? Либератор, что ли, убил, что ли? 13 юнитов убит. Да, похоже, на мейне либератор все убил здесь. Пока бой шел. Это провал, это печаль. Там 1-1 грейды. Тут 3 ЦЦ. Слушайте, как-то браток уверенно ТВЗ отыгрывает, я бы сказал. А начиналось все гораздо лучше, на самом деле. Тут крякает, как на карте. 1-1 подъехали грейдики, ребят. Гидроден инфестейшн. Сейчас будет хайп заказан. В итоге. Это либератор. Ошибка Ревы. Вот, знаете, в какой ситуации этого не случилось бы? Ошибка самая главная и конкретная была. Вот потерять королеву на мейне. То есть... Королеву отдал, не стало части личинок, здесь дронов надавал, рабочие стояли, это был очень большой фейл со стороны Рева. И в итоге он просто не успел роучи добавить. Так, здесь принял на изичах, что называется, все. Там либератор как-то слился на муви сам по себе, походу хайфшпиль. Итак, 4+2, надо, вот, 16 дронов, вот это вот правильно, сейчас надо обогнать братка по рабочим. Слушайте, Рева оживает, пока минуточка спокойствия здесь в этой игре наступила. Ну там 2-2 вратка, меня это беспокоит. Хотя здесь уже вторая тогда делалась, а так на броню сразу заказывать, видимо. Вот сейчас главное какой-нибудь заезд не пропустить геликов, чтобы они просто не приехали с синим пламенем и не пожгли. Я даже проверил, есть ли оно синее. Уж не помню, делалось оно или нет. И не пожгли бы всех дронов к херам собачьим. Ну и, кстати, у Ревы вот слабый момент. Ему королев давным-давно надо добавить было. Хотя по одну штуку. Хотя по одну. Потому что у него 3 королевы сейчас. Это вообще смех на такой стадии. Крип вообще отсутствует напрочь. Ну, по крайней мере, 84 дрона. Есть здесь тоже 4-я база и 81 КСМ. Так, Great Spire пошел. 5-я ставится база, все в порядке. Так, караптеры пошли, шпиль почти готов. Слушайте, сейчас на брудов уже есть как бы ресурсы. Блин, но тут все настолько впритык будет. Сейчас уже надо брудов морфить на самом деле вылетающими караптерами. Здесь выход идет. Ай, прям под викингов. Как же так же? Вайперы, зеленку викингов. Зеленка пошла, викингов. Какая-то печальная зеленка. Танки прям здесь разложились, бруды-то будут, кстати, бруды сейчас прям с ХГ будут бомбить, и самое интересное.
Ну их три почему-то всего морфится. Вот из этих-то тоже надо было подморфить. Опа, танчиком. Куда нам умеет-то все? Рева, ты что делаешь? Сразу несколько танков падает. Просто плашом сам себя, браток. Танки убил. Три бруда вышли. Да они свою миссию выполнили, ребята. Они убили просто немерено танков здесь. Но гидра на муви идет вперед, сливается, ребята, 1-0, браток, здесь просто же все на муви, на точке сбора ушло, гг. А ведь бруды, три бруда сами по себе отвоевали хорошо. Проморгал выход Рева и, ну, если бы не проморгал, хотя бы чуть-чуть, братка, хоть раз бы вот его встретил, он бы рассиживался, выиграл секунд бы 30-40 хотя бы. Уже бы было все замечательно дальше. Бруды подъехали, и другая ситуация была. Но Рева дал братку приехать прям по вторую, разложиться такое, не контриться. Рэп пошел. Йоу. Ждем хост. Здоров всем, ребята. Это первый полуфинал за квоту, короче. Ну, а вы помните, поддерживать меня мой канал обязательно. Всем за это спасибо, кто так делает. У Вани-то там есть оппонент или нет еще? Так, все, поехали. Левчика мультитаск, он успевает и с Аверсом выяснять здесь отношения в чатике. И уже игра началась, между прочим. Вот Реве это мешает. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на игре, он всякой херней занимается. Начинает там спорить, короче, и все дела, блин. Так, ну что, 17-я хата Гаспул у Ревы. Братка, что-то пока непонятно, что вообще будет происходить. Всем еще раз здоров, помните про отлоки, ну и поддерживайте меня, мой канал. Что-то я не вижу результатов в другой части сетки, если честно. Если их не будет сейчас прям по концу матча, я, наверное, сегодня тогда закончу этим матчем. Ну, а вы досмотрите, там кто-то еще стримит, вроде как, других стримеров. Надо отдохнуть уже, ну, поздно уже слишком, короче, по времени.
Так, ребят, короче. Реперончик прилетел. Пострелял немножечко. Кстати, браток на мэне приныкался. Смотрите, никуда не спрыгивает. Лейро учурно, рево, рево, третья хат. Здесь 4 гелика, они все вперед, кстати, едут. Рипером-то, мне кажется, лучше улететь бы было, может, отсюда. Хотя, может, смотрите, сейчас тут сюда залететь, начать дронов постреливать и одновременно геликами попробовать ворваться. У 4 гелиона приезжают, браток боится на ХГ залететь, а зря. 4 собаки не остановили, 4 гелиона, я думаю. Даже это очевидно, я бы сказал. Вот. Уф, анонли, смотрите, на рубль увеличивает братка призовой турнира. Или что это за турнир? А, ну да, не свой, а я раса не свой. Опа! Ревчик понял, что браток чересчур опасен, недусецкий пошел. Ну а почему бы и нет? Блай почти что менеджера уничтожил подобными... Ну, не только такими стратегиями, но и немножечко другими. На самом деле, Нидус всегда актуален. Другое дело, куда он будет пилиться прям... А, прям на мейн, смотрите. Овер это, кстати, со скоростью, скоростуха-то имеет место быть. А дома у братка вообще ничего, кстати, нет. И Нидус заходит, я вам честно скажу. Даже уже сразу понятно становится. Все, попер Нидус. Браток на третью хелике два циклона приходит. Ну, третья-то упадет, а толку? Уп, либератор на мейне. Приятного мало, кстати. Набомбил он здесь не слабо. Я бы сказал, нехило этот либератор. На вашу третью хату браток вынес. Рева на мейне начинает атаковать. Здесь хелбаты, здесь либератор. Ну, королев роу очень много. Надо через оклик наконец все послать. Я не понимаю, кто побеждает, а кто проигрывает. Но револьвер здесь все точно убьет. А дома-то с Нидуса придет, вылезет. У револьвера хорошая ситуация. Он выигрывает на самом деле. То есть браток Нидус пытается заминусовать. Дронами в хелбатов не очень на склад. Ревчик, что ж ты делаешь-то? Вернись ты хоть чем-нибудь. Я все прощу. Ревчик не возвращается. Так ведь и слить можно игру. Нидус потерял. А, ну тут роучи новые вышли. Либератор все-таки упал. Еще 4 рача строятся. Слушайте, ну побеждает вроде Рева, но на соплях, я бы сказал, побеждает. Там у нас реактор убивает, ну, чтобы гелики не строились по 2 штучки. И вообще юниты любые по 2 штучки не строились. Ну а здесь единственный циклон один есть у братка. Ну 400 минералов. Один-один, ребята. Это 1-1. Стопудовый 1-1. А, скорость роучен. Да, все, можно кайтить теперь этих циклонов. Голбатов. Циклон пытается Рева убить дронами, убьет. Да, убивает дронами циклона. Остаются 2 хелика, это все понятно здесь. Браток куда-то полетел. Он-то полетел-то, я еще не понимаю, браток-то. Он серьезно, что ли, еще тут на что-то рассчитывает? Походу, что да. ГГ Паша пишет.
Здорово всем, ребят. Нас 700 человек практически для отборов, по-моему, прекрасная цифра. На данный момент пилю рекламу очередную. Помните про AdBlock N, поддерживайте мой и меня N-канал. Короче, что-то я хрень какую-то уже несу. Опа, братюня чизком на чизок. Элегантностью на элегантность, смотрите-ка. Но, посмотрите, куда летит сразу овер, и это не может быть никаким палевым. Почему? Потому что еще не скоро я все это скажу, ребят, только ко второй с лишним минуте. Но пока долетит, время-то пройдет, ведь хата-то уже пул-то поздний получается. Пульчик-то поздний, пульчик-то не первый. Опасная ситуация складывается. Кто кого? Вот браток всегда этим был опасен. Чем? Что я имею в виду? Тем, что он может сыграть все, что угодно, абсолютно чисто, макро. Опа. Когда Vision будет? Мимо рева летит. Вот он, Vision появился, мимо полетел. Увидит браток овера? Он не видит овера. Опа, а рева-то понял, что здесь Чезарискис. А понимает ли, насколько это сильный Чезарискис? Три дрона сразу вниз спускаются. Сейчас плетки три закажет. Рева это будет катастрофенчик будет для братка. Когда он выход собирается делать? Вопрос хороший. Так, пора плетки сразу ставить. Резко. Че Рева делает-то? Йо-спер-бэнс. Передумал плетки ставить, Роуч Ворон ставит. Слушайте, это может игры стоить, на самом деле. Сейчас бы три плетки поставил, хоть одна бы достроилась. Ну, хотя бы одну-то сразу надо было ставить. Реву, походу, не понял, что это масс-марики, а не рип. Он, наверное, думал... Ё-моё, Рева подумал, что это риперы, похоже. Я не знаю, он может сам объяснить, что он там подумал, но он не подумал, что это марики. А это марики не просто, а с четырех бараков. Это дичь какая-то. Немножечко неожиданная от братка стратегия, но она заходит, ребята. Дроны, конечно, кусаются больно, но 15 на 8 по рабочим, это катастрофа для Зерга, соответственно. Плеточ перекапывается, есть королева. Кстати, если отобьется Рева, хата там вторая есть, на самом деле, шансы еще есть на победку. Вот, но... Надо бункер заминусовать, плетка не справится с бункером, тут два рабочих. Был шанс, вот сейчас бункер бы не дал построить. Там два рабочих, правда, было. Короче, печаль какая-то. И ведь обнаружил, но не прочитал, что именно браток делает. Это 2-1 браток, ребят. Но у Ревы будет шанс за третье место побороться. Так, даже никуда я не кликаю, просто картинку стационарную смотрите. Королева одна, все, тут нечего ловить. Мариков слишком много, к сожалению. Трансфьюзик пошел. Неизвестный поддержал ваш канал на 225 рублей. Спасибо, неизвестный. ГГ, Рева улыбится и пишет ГДЖМ, Бенджи. Браток уже повтор смотрит. Это как он так быстро? А, ну он сразу просто нажал повтор, все понятно. Он не понял, что там произошло.
Тут 1-1, это еще не с Ваней игра, ребят, я насколько вижу. Так, что я делаю? Это ему 5-4-3. Так, спасибо, братюнь, тебе за 225. Бич, плиз, это хулиниган. Так, ребят, ну что, здесь третья карта. Королева успешно создана. Три минуты игра уже идет, я там посмотрел немножечко сетку, посмотрел, мне там ВКонтакте пишут, и забил болтяру, короче, на все это дело, возвращаюсь к вам сюда. 3DB против хулигана, буду называть его хулиганом, короче. Скаут устал, ну 3DB... Неплохо в последнее время уступает игрок. Хулиниган в нашем чатике сидит. Все тут в нашем чатике сидят вообще-то. А Ваня ждет победителя. Слушайте, ну я, наверное, прервусь вот после этой игры. Там достримят другие ребята, потому что я уже отдохнуть хотел. Ну тут ладно, раз тут еще пацаны третью решающую играют, я сюда ворвусь все-таки. Получается, часть, нижняя часть сетки опередила просто... Даже не надо никого было сдерживать, в общем-то, полуфинал, потому что вот так получилось вообще.
Так, прекращайте, короче, срач у тебя, ребята, блин. Друг у друга побанились, как бы, я вас банить не хочу, поэтому, ну, давайте не будем вообще. Пытается нажечь. Пытается нажечь гелищами. Ревчика, а ты стримишь вообще, не? Запускай стримец-то, может, я сейчас уйду. Санов туда созовешь тогда на решающий матч. Например. Чё тут за ВЗ один фактически остались. Хотя нет, еще тиран же есть, может быть, он сейчас нагнет. У 3DB одной буквы никнейма не хватает. Я думаю, цифра 4 бы неплохо сюда тоже зашла. Пих. Стреляю в вебку с пальца, короче. За 3DB и двор стреляю в вебку с пальца в упор. Понял меня, блин? Смотри поаккуратней. Так, ну что, 83-81, там у тирана экономика прям хорошая. А в какой хулиган на лиге хуни нелеган вообще? Так, неожиданно забежали собаки, и что мы видим? Они грызут. А что им еще делать? Кыш, грызут. Танчик рассиживался. Третья прикрыта вроде как. Здесь елики жгут, что 3DB хочет их очень прям сильно окружить, но хулиниган внимателен. Кстати, у меня 300 АПМ. Здесь у меня в чате-то все прогеймеры сидят вообще. Походу, да? Ну, что-то гелики скушали в итоге. Собачки, викинг садится, два танка, марики идут вперед. Почти как у Бьяна. Не, ну тоже верно, да. Чтоб не подгорать, и там не это. Понимаю. Ну там есть стримы, там. Син-син стримит, еще кто-то вроде стримит его. Кофта. А самое главное, что я в 2000-м не ходил еще. На трубах компот пил с корешами. Если на теплотрассе. Так, третий танк. Слушайте, что-то тут как-то вообще тиран-то присанет вообще 3DB. Я прям поражен, что... Так, я думал, 3DB здесь фаворит абсолютно. А, нет, фокус будет, Бейнов! Фокус есть, Бейнов! Нет, фокуса Бейнов что-то пока не наблюдаю. Королева пытается вступить, танк бомбанит по ним и не слабо, но много энергии, много трансфьюзосов. Проходит Беллинги на покатухах. Танчик минусует, кстати, Бейнов. Где марики-то еще? Вот они пришли, что так долго идут-то? Куда-то зашли, что такое происходит-то? Куда тут, что тут, как вообще, почему, куда, братан, ты че, вел, прирост, чтоб так отдать, что ли? Не надо так пугать меня. В итоге, короче, не смог соединиться вовремя. Слушайте, ну продолжается давление. Все еще тирана на двадцатку. Между прочим, лимита больше. Еще-то Бини делает Бейнов, я не понимаю. Здесь уже точка сбора сюда идет. Можем прирост было перехватить. По крипу прям заходит. Слушайте, ну это прям интересно. Это меня байтит на то, чтобы застримить второй полуфинал, походу. Что ли? А Ревчик уже сам там доиграет. Узерастов.
Хотя Тиран да, далеко не победил еще, на самом деле. Здесь третий это есть. Опять выход пошел. Здесь что-то гидролинги наламываются с другой стороны, надо возвращать. Здесь танк, кстати, хорошо засичить можно. Так из уголка будет выдавать всем дамажек сейчас. По чуть-чуть. А кому-то, может, и нормальное даже количество. Так, собаки забежали, гидра зашла. Здесь на рампе КСМ-ки. Марик, ёма, КСМ-ок через атаку не судьба послать было. Так, что-то туда-сюда в итоге. Хулиниган бегает. Танк на мэй не потерял, собаки на 2-2 сгрызли. Ё-моё, собак-то отбей, братюнь, ты чего? Опять вот крыфлинга какой-то. Танки здесь не могут, собаки забежать за танки. В итоге забежали, все-таки грейды 2-2. Еще минус 2 танчика. Здесь пробивает, короче, камни у нас. Бич Плис, он же хулиган. Хулиниган, я не знаю, как там его. Куда я пойду, прямо? 12 часов я пойду. Меня там уже Миша Гумич за гаражами заждался. Сэм по новому рецепту заварил, блин, надо тестить, а ты говоришь. Так, ну тут дожимает, смотрите, ГГВП 3DB пишет, тут ты прямо первый раз мы так 3DB вот так вот. Спасибо, поливалка. Тебе на добром слове. Вот по какому принципу сейчас действую. Надо. Так, ладно, давайте полуфинал это застримлю я, короче. Ну да, Бич Плиз зашел. Ну что, ребят? Поддерживайте меня и мой канал. Сейчас, короче, застримим полуфинал. Потом, наверное, выдвинусь я тогда уж. Сейчас позвоню, пока.
Так, ну все, я здесь, ребята. Позвонил Мише Гумичу. Миша Гумич говорит, что я немножечко, конечно, охренел. Вот. Ну, раз пацаны просят, можно-то застримить. Но с пацанов, говорит, это... закусон, там, запивон, короче, вот. Кока-кола, все дела. Ну, вы поняли. Ждем, короче, хулигана, хулинигана. И ждем три... Ваню, короче, все здесь. А, вот хулиниган здесь пишет, смотрю. В чате, короче, ждем мы продолжения. Вот. Полуфинал, короче. А, стрим включил. Ревчик стрим включил. Можно, я сам прорекламлю. Ревчик стрим включил. Короче, мы, в общем, что сделаем тогда, раз такое дело, даже Ревчику я это... Супер реклама халявная, как бы, ну, и вообще услуга. То есть сейчас мы смотрим Ваню против Хулинигана. Ну а Ревчика в ФПНчике-то посмотрите, потому что я-то тормозну. Просто я думал, что там да как, беспокоился за это все дело. Ну а что беспокоиться? Все норм, говорят, поэтому как-то так. Так, ну что, черкать надо. Карты пацанам, видимо, там уже начинать помалеху. Все, начинаю черкать, пацаны. Ну все, последний матч на сегодня, как вы просили, 2-3 подряд будет долговато, потому что я хочу немножечко тусануть пару часиков там. Кстати, надо еще Даше позвонить, а то сами знаете. Короче, сейчас вернусь.
все, позвонил. Одобрена моя прогулка маленько. Так, ну что, Ваня готов, ни хрена тут народа. Мирева здесь тоже. Разведка. Фрозык поддержал ваш канал на 50 рублей и сообщает: за свежую кровь в отечественном Старкрафте. Удачи молодым бойцам. Так, спасибо, Фрози ГГ. Вот, ну я думаю, пацаны, там никто не против. Уж Ваня-то точно палить не будет ничего, как бы, потому что Ваня уже давно неплохо играет. Спасибо, Фрози, ребят, спасибо всем за поддержос. Пусть Рева там стримит, как бы. Я сейчас все равно заканчивать уже буду. Уровень Вердоса. Ну как хороший уровень, чё, Вердос бьется. Я просто не понимаю, как умудряются, короче, пацаны, получать Вердос там какие-то баны, блин. Ну нахера с этими админами ссанами спорить, короче, ну там был, я просто в шоке. Ладно, я там как бы, ну тут у них пердак бомбит от того, что они сделать ничего не могут. Ну тут в игру не пускают, конечно, рестримить буду, а что делать? Еще как бы, вот. Ну а так-то игрок-то, ё-моё, как можно забаниться вообще, я хз, как бы. Спокойно, просто все делай, и все норм будет, как бы, нет. Умудряются выпилиться как-то там вообще. Спасибо всем за поддержку еще раз. Все, ребят, пилю рекламу, помните про отлоки. Ну и поддерживайте, естественно. У нас, соответственно, Ваня против Бич Плиза. Погнали. Бич Плиз это... Холли Ниган, он часто, постоянно в чате сидит. Вот здесь у нас. И... Ну, это хорошо, что тут говорить-то. Так, как-то нервозно рабочих ходит. Тут сразу видно, что-то пытается. Кучки есть свободные. Сюда три там рабочих залетает. Вот. Ну, Ваня здесь фаворит, на самом деле. И 3D бита был фаворит. Говорят, что на 1К ММР больше тупо у 3D бит, чем у Холли Нигана, но... Это не значит, что прям возьмет сейчас и победит Ваня. Но Ваня вообще последнее время, он там в полуфиналах, финалах ГУФ ОСК стабильно присутствует. И он очень неплохой игрок на данный момент уже вообще.
Ребят, матч за третье место вы сможете посмотреть. Понимаю, как матч за третье место вы сможете у Ревчика там на стриме посмотреть. Смотрите. Вот, его там, этот матч, я имею в виду. И это будет FPS, соответственно, от него кто-то там еще вроде стримит. Синсин там, может, еще какие-то стримеры есть, я внимание не обращал. Да, там еще стопудово есть, народа много было. Вот. Я пойду. Я очень устал за последние дни, не потому что я сверх много стримил, потому что ем корейцы. Это время их не очень удобное, мягко говоря, там было. И, ну, как-то из режима выбился. Просто сегодня с утра еле выжил вообще в 6 утра. Хотя никуда не ходил, ничем там плохим не занимался. Противоестественным для здоровья, как бы, но... Фу. Но я стримил просто ИЕМ, например, как бы, я отборочный оба этих тура, то есть, например, Magic, он только ИЕМ стримил, да, как бы, ну, то есть, у меня всегда все, короче, я всегда стримлю все, блин, и тяжело очень, короче, в итоге. Вот. Ну, я за СК, за любого уровня СК, поэтому, как бы, ну, стараюсь отстримить по максимуму, конечно, приоритетно крутые турики. Ну и не юдай, ждем твоего врыва. С нетерпением, я бы сказал. Так, АПМчик, смотрите, почти одинаковый пацанов АПМ. Ну и прикольно, что Хулиниган играет, он же Бич Плиз в био, то есть сейчас с тираны редко кто в био вообще играет, особенно, ну то есть на таком уровне, то есть он растет понемножечку, уровень может не самый сильный, но... Био играть не самая простая задача при этом все. Он почти сгрыз КСМ-ку, но не сгрыз. Да, пошел Steam, и здесь опять био, получается, преимущественно вообще в био играет. Готов Викинг овера здесь хочет обнаружить. Хулиниган, но здесь и овера он не обнаружит. Вот этого точно найдет. Один у Вани вообще где-то вдалеке висит. Странно, здесь вот обычно в стандартной позиции, вот здесь овер не приведен был. Ну и крип пошел по всем направлениям. Какая-то дикость происходит, ребят. Заехали гелики. Что они убили? Давайте посмотрим. Два дрона, 10 собак. Ну, так себе вообще, честно говоря, размен. Я бы сказал, даже не очень. Он здесь криптумор Ваня прикрыл. Криптумор можно и трансюзить. Иногда даже это выгодно бывает. Хотя как выгодно? Трансюзить 50, криптумора 2.25. С другой стороны, не очень выгодно. Здесь либератор прилетел, нахарасил. Сзади викинг прилетает, садится, кстати, начинает викинг бомбить. Тут мейн что-то. Королева пришла, сейчас он на королеве это объяснит. Куда ты, ё-мо, королева красоты? Минус нит, её, ё-мо, не минус нул. А, ну тут супер мультитаз, заезд на вторую, плюс посадка викинга на мейн. Ну, Ваня хладнокровен отбивается от всего тирана потери. Больше в итоге, как бы, ну, то есть не очень хорошо удался, соответственно. Это заслуга Вани тоже. Тут Infestation Ballant Nest. Нахера на третьей базе, не знаю. Но решил здесь заказать. Лучше где-нибудь здесь заказывать, на второй. Здесь дроп прибежит, выбить может здание. Хотя для дропа приоритетные цели — это не здание, естественно. То есть, особенно для одинарного дропа. Ну, с двойного дропа уже, там, с двух медиваков уже можно начинать здание фокусить. Но и то, когда ты видишь, например, вот Ballant Nest можно фокусить. И он нахрен надо фокусить, 850 хп. Но если там ничего не делается. Видишь, там делается по катухе, блин, да, можно фокуснуть. Да.
это здание тоже как бы, в нем ничего обычно не делается, грейды никакие, ну максимум на инфесторов, на энергию там или какой-нибудь не... ну то есть этот не врал, но это если ты даже прибежишь и там грейд такой делается, то увидишь, что оно шевелится, то это чистая случайность, то есть как бы определенного тайминга нет, в отличие от там беллингов, покатух и то как бы. Сюда с двойным дропом прибежать, это будет тупость фокусить, как бы, ну вот, даже с покатухами эту хрень. Почему? Потому что ты ж не знаешь, что здесь происходит. Ну, начал ты фокусить сюда, прикатить с беллинги, часть дэмэджа потратил, ничего не сделал, улетел, продэмэджил только здание. А в рабочих ворвался, несколько забрал, это уже гарантированный урон, в принципе, это хорошо. Так, третий ЦЦ, какие-то стенки и там делают. 5 бараков сейчас заработают, слушайте. Вот у Вани крипа много. Видите, он уже куда наплодил его. Что у Вани есть? 6 бейнов, 22 собаки. Слушайте, и тут это... А что танчики-то будут сиджиться, нет? Сиджится танк. Крип выбил хулиган. Вот только я про покатухи рассказывал. И мог бы быть пример, как четкий тер фокусит покатухи. Но, черт побери, покатухи доделались. И ничего фокуснуть не получилось. Кстати, смотрите, беллинги-то почти что кончились. Хулиниган что-то туда садится, высаживается. Ну, сзади, если как-нибудь он Бейна смог бы зафокусить, может, что-то как бы и вышло бы разумно из этой атаки, но не смог. Ну, можно разгрузиться здесь. Кстати, все правильно, мне кажется, делал. Разгрузился, по 1-1 грейды есть и продолжал бы давление. Крипы с этой стороны нет. В том направлении двигаться как раз удобно. Так, здесь факта, плюс 3 барака. Опасно, конечно, на третьей базе все ставить, но... А что делать? Ну, Ваня уже на... 8.30, уже половина этого Ультралис Кеверна. Так, 25, ну на 8 примерно минуте он закал, то есть хайп сотку делается, допустим. Ну, 8.10, допустим, он закал, да, там возьмем сотка, 90 минус, это на 6.30 хай был заказан. Это один из самых ранних стилей заказа хайва, то есть это через роучи сейчас частенько так играет очень, на самом деле. Как-то так. 2-2 дел. Слушайте, ну мне нравится, даже если хулиниган проиграет, ну на самом деле неплохой тиран-то такой, так, ну то есть. Все больше и больше, вот я говорю, что на самом деле в последнее время в СНГ StarCraft толчок был дан, ну неплохой, то есть, возможно, даже free-to-play на это повлиял, я не знаю. Дело в том, что, может, игроков супер, ну там... Много и не появляется, все знакомые никнеймы по чату, по крайней мере, но уровень-то чуть подрос, мне кажется. Может, мне, конечно, кажется, не знаю. Так, продолжаются выходы в этом направлении. Фу, я здесь. Так, что-то тут загружается, разгружается, все ошибки, контроли какие-то. Караптер Ваня законтролил, увел. Здесь скан в центре. Так, крип надо снимать отсюда. Крип снимает часть только правого крипа. Вот эти даже и не забрал в итоге криптуморы. Хульниган, Ваня! Пошла атака. Вообще ничего сделать не успевает. Это ГГ, ребят, походу. Это уже 1-0. Здесь уже, по-моему, точка невозврата-то пройдена. Ну, невнимателен был. Вот сюда шел прикол. В чем здесь? Нет вижена никакого зерга. Ни крипа, ни хрена... Зашел на крип, будь предельно внимательным, кидай сканы по сторонам, крип выбивай. Зерк, вот он, все видит, что здесь происходит. Конечно, он всегда словит тиран. И скорость на крипе невероятная. У собак 9, там самая быстрая в игре. Ну не 9, ну там 8 с лишним, 8.5 будем считать, грубо там. Это просто невероятная скорость. Они буквально за, вот отсюда сюда, они меньше, чем за секунду попадут просто. Так что нужно аккуратным быть. Всегда. Ну, хулиган здесь копится дома. Четвертую цеху, кстати, занял даже. Фабараки все работают, их 8 штук. Как все, не все, только на третьей почему-то. Факторки 2 работают, только одна почему-то. На мейне-то что-то не... А, ну, вот 2 сейчас заработали. Грейды не делаются на танке. Это ошибка, надо 2-2. Вот если ты больше одной факты строишь, ты обязан делать апгрейды на технику, как бы. Ну что, смачишь танки, ё-моё. Как они могут быть без атаки, без грейдов? Броня им нафиг не нужна. Броня там, если преимущественно минки медевательские. Да, броня нужна, да. Так, пришел Ваня сюда. Танчик падает раз, танчик падает 2-3. Позиция здесь у тирана, конечно, неплохая. Но ультра слишком больно, конечно, с панцирем здесь атакует. Ну, кстати, костное перить неплохо.
Ну, ЦЦХ упала, не успел хулиниган поднять. Сюда здесь и караптеры висели бы, они тоже сразу проатаковали бы. Здесь какое-то забегание идет, здесь одними королевами Ваня отбивается, как вы видите. Ну, отбился тиран, но это гагенчик это, короче. Так, тут Ванечка Беллинга забегание делает. Запалился, сам постеснялся, короче, морфить под зданиями Бэйнов, а ведь нечем их было вообще убить здесь. Внутри Бэйна все равно ничего планетарки не сделали бы. Так, тут на пятый какой-то навал идет. Извиняюсь, ребят, что-то уже дрем наступает, какой-то полудрем. Затоптано все. Ультралами оказывается здесь. Хорошо Ваня крипа наплодил, смотрите, как далеко, молодец. Так и надо крип плодить. Где-то 7 брудов может. Вот они, я даже играть с парой не заметил. Ну, бруды, ультра, то есть Ваня надежно хочет сыграть. Не, ну как, он прям под тираном морфит, но он понимает, что с брудами тут уже тирану делать особо нечего. Беллинг и Линги на четвертую, а здесь бруды ультра с этого направления, плюс караптеры. Я думаю, нечего здесь сидеть. Так, сколько? 5 плюс 2, да, вот 7 туда морфились. Пора идти, королева здесь есть, все здесь есть. Какой-то очередной оверстир делает. Зачем ему нужен нахрен еще один оверстир? Здесь К3 уже есть, не знаю. ГГ пишет, гигант, понимает, что здесь не выдержать. Не увидели мы налома. Вторую карту ждем.
Forgive my own, здорово тебе. Ну что же. Ваня против Бич Плиз, это хулиниган, никнейм этого человека. Пилю рекламу. Что-то пилю-пилю, а толку нет, короче. Рекламы нет почти, ладно, наверное, не буду пилить. Так что отблоки отключайте, ребят, на премию подписывайтесь, поддерживайте мой канал. Данные отборочные, естественно, будут на Ютубе выложены. Вот. Ну а завтра там по обстоятельствам, я думаю, что в Арди Викли завтра есть. Но в Арди Викли есть сегодня и в воскресенье, короче. Ой, в пятницу есть в Арди Викли еще турнир. Так что завтра, наверное, фулыч я побегаю, ребят. И, скорее всего, еще, может, ФПНчика чуть-чуть покатаю. Может, какой-то турнир будет, я даже не знаю, если честно. Провал полный от Тирана был сейчас с Рипером. Забыл он его законтролить. Отдача Рипера в итоге. Ну, видите, Блэкпинк у нас позиции 7 сейчас, Тиран на 7, соответственно. Стиль в 2 барака в Steam, то есть дроп 16 мариков. Мне нравится, что вот именно в био играет. То есть все именно контролить любит. Хулиниган. Холиниган, точнее. Ну, тяжелый никнейм достаточно. Дронов заказывает Ваня еще. Ну, сейчас вот он обгонит как раз по рабочим. Лейер пошел. 4.30 практически стандартный. 2 эволюшена. Интересно, в какие грейды Ваня будет играть. Возможно, даже ренжу. А, вот, все. Теперь он должен понимать, что это за билд, что это как бы дроп 16 марик. Вот 2, вот уже роуч начинает строиться. Здесь бы, на самом деле, несколько роуч, пару реведжеров можно в микс запилить. Для чего реведжеры важнее, что... Чтобы мариками тяжелее контролить было, на самом деле. И тогда будет все норм. Кстати, армор. Есть что за билд-то странный? 4 гелика, марикин. Тут должно быть армори, наверное, по этому билду-то, по идее. Ну что, тут роучи встречают. Что тут ловить-то против этих роучи? Трансфьюз сразу на первого идет. Ну, они заплюют, тут были под колбаты, еще ладно, они тут затанчили бы. Неплохо, я думаю. Так, еще 9 роучей Ваня заказывает. Надо скорость роучем делать, похоже, сейчас. И выход, возможно, какой-то. Ну, что роучей много будет сейчас, 16 штук их будет. Куда их девать-то столько вообще? Плюс барак, короче, 5 бараков сейчас заработает, ребят. Еще пока они не заработали нифига.
Попытки дропов идут. Ну, они не очень успешные. Тут реважеров аж 7, Ваня. Куда ему 7-то? Зачем 7-то прям? Ну, тут 66-50 по рабочим. Короче, похоже, Ваня тайминг-выход какой-то собирается делать. Ну, где скорость с роучем? Что-то Ваня забыл, что такой грейд есть вообще. Это ошибка, конечно. Еще дроп летит. Зато вторую атаку не забывай сделать. В роучворм ты глянь, Ваня, вообще. Что ты творишь-то? Так, королева. Не стрел фаербол, почти зашел вообще, смотрите. Ваня хитрец, хотел прямо четко зафаерболить медивак. Это было по скиллухе, конечно, но это не было в итоге по скиллухе. Неужели не видно, что роуч медленно ходит? Я просто не понимаю, Ваня, ну, не видит этого. Вот, наконец заметил, понял, что-то медленно все ходит. Так, королева упадет или нет? Фаерболы, повезло, что ни на кого своего сейчас не попал вообще фаерболами, Ваня. Дроны-то куда делись все? Они поехали куда-то, дроны? Они, во, вернулись. Я вообще что-то... Они, наверное, через шифт туда-сюда были направлены, похоже. Там 2-2. У Вани тоже вторая атака, кстати, раньше будет. Сейчас грейды равны. Посмотрите, на боевые лимиты и на общий лимит. 170 на 110, 105 на 50. Вот так вот. Не, ну это же жёстенький тайминг, я вам скажу. Тут посмотрите, как много всего. Куда дроны Ваня взял? Куда дронов-то Ваня берет? Это мисклик очевидный, да, как бы? Но сейчас их и не видно. Смотрите, они там, вон они, он там тусуются. Вот я даже кликаю на них, вот он выбирается. А, ну вы не видите, тут вебка. Вот. Три увязались. Мы хотим посмотреть на войну, ребята. Пойдемте. Тут дропчик заходит, кстати, хорошие дропы. Ну, тут Ваня врывается вперед, фаерболы падают на один танк, на второй падает достаточно тоже фаерболов много. Танчики погибают, это 2-0 Ваня, ребят, и... Ну, что тут говорить, проходит браток точно и Ваня из этих отборочных. Хулиниган против Ревы будет биться, ну, возможно, мы Ревчик увидим на финальном туре, было бы неплохо его увидеть. Было бы неплохо, чтобы что-нибудь там не начудил бы он, конечно. Но я думаю, что навряд ли такое будет. Вот и сказки конец. Да не, молодец ты до полуфинала дошел, красавчик. На самом деле, на турнирах играть это скиллуха всегда поднимается, как бы, и желание появляется биться, короче. Ребят, в общем, буду с вами прощаться. Рева стримит, кто-то еще стримит, Псин-син вроде стримил, да, может еще кто-то, короче. Ребята, короче, всем пока, все это сейчас на YouTube выложу, вот. Все это на YouTube я сейчас выложу. Увидимся завтра, я не знаю, что будет там по стриму, короче. Спасибо всем, короче, за поддержку, за внимание. Поддержите меня, мой канал. Приходите за посмотреть, может, ладер покатаю, я фуфан немножечко. Пока не знаю, что там будет. Все, всем пока, ребят. Так, из старика выйду сначала. До свидания.